22 июня, РИА Новости. Санкции Киева против политических партий РФ находятся вне логических объяснений, и они не затронут активы КПРФ, так как активы, которые есть у партии на Украине, это люди, ее сторонники, заявил глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко. Украина внесла в расширенный санкционный список 7 политических партий РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте президента страны Петра Порошенко. В данный список попали «Единая Россия», Либерально-демократическая партия России, ЛДПР, Родина, Демократическая партия России, Аграрная партия России, Коммунистическая партия Российской Федерации, КПРФ и Патриоты России. Это вне логических объяснений. Они, киевские власти, уже изгаляются, как могут, как хотят. Это решение о санкциях. Повлияет только на жителей Украины и повлияет на людей, которые, действительно, являются заложниками этой ситуации, сказал Ющенко РИА Новости. Политик подчеркнул, что в вопросах выдумки и фантасмагории власти Украины занимают первое место. Ну какие там активы у КПРФ есть? Активы – это люди, сторонники, это те, кто действительно хотят изменений на Украине к лучшему. Вот это и есть активы, добавил политик, отвечая на вопрос, есть ли у партии на Украине активы, которые могли бы попасть под санкции.